Сегодня продолжаю свои видеоролики про посадку орхидей разными способами. Первый способ у меня будет посадка в такой горшочек. Я купила горшочек с автополивом. Он двойной горшочек идет, 31 гривна стоит. Внизу набираем воды, и орхидейка сама пьет, сколько ей нужно. Попробуем этот способ. Интересный способ. Я в такие горшочки еще не сажала. Сажать буду традиционно в кору. Вот эту орхидейку. Это мультифлора. Я вам показывала ее. Она потеряла. Сбросила свои цветочки, стрессанула. Затем я ее обработала вот таким препаратом от вредителей. И сутки она простояла у меня в водичке раствора. Я капнула одну каплю HB101. Сейчас мы ее посадим. Сейчас вам покажу, какая корневая. Смотрите. Корни не испортились. Ничего у них не почернело. Вот этот чуть-чуть корешочек. Но это уже незначительно. Роли не играет. По-моему, орхидейку можно высаживать. Так, приступим. Этот горшочек убираем. Берем двойной горшочек, помещаем орхидейку и засыпаем корой. На дно я возьму кору крупной фракции. Вот такие крупные кусочки. И начинаем укладывать кору. Орхидейка плотная, тургор не потеряла. Из-за того, что я вынула из горшочка, ничего с ней не случилось. Наоборот, она еще плотнее как-то стала. Я ее хочу немножко ровненько вот так посадить. Цветонос будет в сторону, ничего страшного. Вот так я засадила свою орхидейку. Я ее не полностью засыпала корни, а на дне идет крупная фракция, а здесь немножко помельче. Вот такая. А сверху я возьму мох, который рос в лесу. Он абсолютно сухой, аж шелестит. И вот так прикрою просто корешочки, чтобы не испарялась влага. Мне мокрые не нужны корешочки сверху. Вот так. И для красоты. И для того, чтобы держалась в горшочке влага. Мох я опрыскивать не буду. Поливать сверху тоже не буду. Он будет служить у меня больше декорацией. Это у меня экспериментальная посадочка. Эксперимент номер один. Сейчас приступим к второму эксперименту. На другой орхидейке. Вот. Так. Поливать. Поливать я ее полью завтра. Но сегодня вот этот раствор, что настоял с HB101, я на дно горшочка вылью его. Пускай он будет там. А полью я ее завтра. Налью. Сверху поливать не буду, так как корни напитаны влагой. А налью по краю горшка, чтобы набралась на дне водичка. И покажу вам следующий результат. Вот в таком состоянии будем наблюдать за ее развитием. Как она будет себя чувствовать, все буду снимать на видео. Нового цветоносика, листочка нет. Цветоносик пустил почечку. Я обрезала в прошлом видео цветонос,
над первой спящей почкой, и она открылась у меня. Все, продолжаем. Смотрим за другой орхидейкой. А вторую свою экспериментальную орхидейку, которую я вырастила из листика, я посажу еще в такой способ. Смотрите, она очень слабенько росла, я ее сажала в керамзит, и у нее ничего не получилось, не удалось. Ну, она жить хочет. Видите, листочек пускает молоденький. Этот болезненный листочек, но он обработанный, там ничего на нем нет, вредителей. Вот этот корешок сухой я обрежу. А этот один корешок с одним корнем я ее буду сажать. А посажу я ее в этот стаканчик. А в стаканчик я для эксперимента вырастила мох, который я в свое время набрала в лесу. Он у меня рос в горшочке. У меня есть видео, как я собираю мох и как я выращиваю его дома. Вот этот мох я беру. Он абсолютно сухой. На дне была влага. Вот такой объем моха я взяла. Он вот сухой, аж шелестит. Вот. Беру этот мох, оборачиваю свою орхидейку. Вот так ложу на мох. Оборачиваю ее таким образом. Делаю ее как в подушечке. На дне корешок. В таком состоянии я ее помещаю в этот стаканчик. Мох увлажнять я не буду. Только на дно этого стаканчика я налью воды. Сейчас покажу, какое количество воды я сюда налью. В воду ничего добавлять не буду, так как перед этим эта орхидейка стояла в растворе HB101. Просто отстоянная вода, отстоявшаяся сутки, с фильтра я набирала. По краю горшочка, чтобы мох не смачивать, я набираю воды. А воды мне нужно ровно столько, чтобы конец этого корешка был погружен в воду. Сам мох сухой. Это вторая посадка экспериментальная. Будем все вместе наблюдать за развитием этой орхидейки. Посмотрим, как у нее получится нарастить корневую и листики. Выживет она или нет? Надеюсь, что выживет. Следующую посадку будем производить еще в очень интересный способ. Следующая орхидейка, вот эта. Она в очень плохом состоянии, но она хочет жить. Посмотрите, пожалуйста. Корень у нее, виламен твердый. Тут, здесь ниточка, но конец корня зелененький, твердый. Этот корешок тоже хороший. Вот этот испортился. Листик начал отмирать, засушивать. Но здесь есть молодой росточек зелененький. Ну, жалко мне выбросить такую орхидейку. Надо ее как-то спасать. Я придумала такой для нее способ. Вот я взяла маленький горшочек с двойным дном. Помещу сюда эту орхидейку. Я ей обрезать ничего не буду. Ну, может, вот этот корешочек сухой. Вообще сухой.
Да тут все, по идее, можно было выбросить и выкинуть. Обрезать и выкинуть. Но мне очень жалко. Вот этот вот чуть-чуть срежу, чтобы был доступ к листочку. Главное его не повредить. Если бы я могла вынуть. Ладно, если листочек будет крепкий, сильный, он сам вырастет. Ну, посмотрим, будем надеяться на его состояние. Вот так я ставлю в горшочек. Беру перлит и засыплю эту орхидейку перлитом. Это тоже эксперимент, я так никогда не делала. Но почему, если другие растения в перлите хорошо растут, а почему орхидейка не может? Попробуем. Сколько перлита. Так. Еще немножко добавлю с этой стороны. Вот так я засыпала ее перлитом. И сейчас нужно полить, потому что сухой перлит, он ничего не будет делать. Когда поливаешь перлит, он как бы нагревается. Я вот так по краю горшочка. Попробуем. Я вам буду показывать, что с ней будет происходить. И он, когда я поливаю, перлит просто утрамбовывается. Он уплотняется и утрамбовывается. Он может уменьшиться немножко. Ну, орхидейка будет на возвышенности. Но я потом добавлю перлита. Щеточкой вот здесь освобожу. Не хочет выниматься. И в таком состоянии моя орхидея будет наращивать корневую. Вот на дне двойного горшочка показалась вода. Я ее сливать не буду. Пускай останется. На окно я ставить не буду свое растение. Я поставлю на полочку. Вот такие у меня три эксперимента. Одна орхидейка будет расти в перлите. Вторая в мхе, который из лесу. Это две такие реанимашки, сильно реанимашки, реанимашки-убивашки. И этой орхидейка будет в стандартной системе расти, в коре, но новый горшок с автополивом. Ну, давайте тоже по краю горшка налью ей воды, покажу, до какого уровня я буду наливать воды. Вода без удобрения, просто чистая от фильтра вода. С вечера я набрала, сутки она простояла в открытом состоянии, чтобы испарился. Ну, что еще остался? Хлор? Или что там? Вот, видите, до какого уровня я набрала воды. И растение будет само регулировать, сколько ему нужно влаги. Ну, это я надеюсь так. Ну, вот уже начала проявляться влага. Смотрите, точечки. Ну, посмотрим, как оно будет себя чувствовать. В такой горшок я первый раз сажаю. Корни я укрыла сухим мхом. Вот три эксперимента. Будем наблюдать за ним, следить. И надеяться на лучшие результаты. Вот это вообще бедняжка. Бедняжка-пропадашка. Но корешочки хорошие.
В этой один корешочек. А это с хорошими корнями. Ну, посмотрим, посмотрим. А теперь вам хочу показать, какую красоту я сегодня приобрела. Сегодня пошла в магазин, думала купить каких-то реанимашечек, спасать их. И не могла устоять. Посмотрите, какой красивейший бихлип. Это сказочное растение. Один цветонос, но он разветвленный. Цветочек идеально красивый. Следующее видео я буду показывать распаковку этих растений и подробно расскажу, как они себя чувствуют. Это я сделаю завтра. Они должны простоять еще кое-какое время в упаковке. Я купила их вечером. Вот в кулечке так и оставила. И в стандартной упаковке корешочки вам. И все остальное покажу завтра. А сегодня полюбуйтесь этой красотой. Это один бихлипчик. И второе растение я купила. Вот такую красавицу. К сожалению, я не знаю название ее. Завтра, может быть, на горшочке написано. Все. С вами увидим. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.